А я уверена, что конкурентов и конкуренток у вас сегодня будет много, ведь именно янтарь является исконно русским самоцветом. 90% от мировой добычи янтаря добываются именно в нашей стране, в Калининградской области. Поэтому янтарное украшение должно быть у каждой из нас. Самый разнообразный по цветовым оттенкам самоцвет в мире. Порядка 300 оттенков есть у янтаря. Вы только вдумайтесь, вслушайтесь. И огромное разнообразие цвета представлено сегодня в нашем эфире. Начнем мы с настоящего хита ювелирных продаж канала Shop & Show. Это бусы «Золото России». Истинно так, ведь янтарь называют балтийским золотом. Это общепринятое, общеизвестное название этого самоцвета. Поэтому мы с удовольствием презентуем вашему вниманию эти великолепные бусы. Великолепные бусы по доступной цене. Такое возможно только в нашем эфире сегодня, потому что на бусы «Золото России» идет специальная цена. Специальное предложение канала Shop & Show – это особый товар. Ежедневно мы отбираем для вас такой товар в нашем эфире. Я всегда искренне радуюсь, когда им становятся именно ювелирные изделия, потому что это доступная роскошь, когда каждый из вас может позволить себе какое-то великолепное украшение по очень привлекательной цене. Вот это украшение. Заметьте, пожалуйста, что у нас очень низкая цена. Для натурального янтаря это просто подарок. Более того, бусы «Золото России» мы предлагаем вам в размерах от 45 до 65 сантиметров. Рекомендую сразу же, не задумываясь, приобрести 2-3 нити бус для того, чтобы сочетать их друг с другом, носить в виде колье, как это я вам сейчас демонстрирую, как вам это уже показала наша прекрасная модель Лали. Пожалуйста, янтаря уж точно много не бывает. Янтарь хорошо, дорого, богато и благородно смотрится в большом количестве. Это не просто красивое ювелирное изделие, солнечное, радостное. Это лечебное ювелирное изделие. Это настоящая драгоценная аптечка на вашей шее. Издавна известно, а человек знаком с янтарем не одно тысячелетие уже, издавна известно, что янтарь обладает лечебными свойствами. Раньше наши предки не могли их объяснить с точки зрения науки, поэтому объясняли их магическими свойствами янтаря. Ну а ученые еще в Советском Союзе выяснили, что янтарь содержит янтарную кислоту, которая, между прочим, вырабатывается в нашем организме, но при стрессе, а мне кажется, стресс в повседневной жизни становится синонимом будних дней, при стрессе янтарная кислота вырабатывается в нашем организме в недостаточном количестве. Поддержите ее баланс с помощью янтарного украшения. Тем более бусы для этого идеально подходят. Что происходит, когда мы носим бусы? Они при движении начинают друг с другом контактировать, то есть каждая бусинка начинает тереться друг от друга, и вот таким образом вырабатывается та самая янтарная кислота. А зачем она вообще нам нужна? Научно доказано, что янтарная кислота помогает коже и другим клеткам поглощать кислород. Янтарная кислота способна обновить, омолодить кожу. Ну и более того, она положительно влияет на другие наши органы, на организм в целом. Помогает бороться со стрессом. Помогает, между прочим, выработке сахара в крови и его нормальному балансу, его необходимому балансу. Мне очень нравится, как относились к янтарным украшениям на Руси. Ну вот, например, всем кормящим мамочкам рекомендовано было носить янтарные бусы. Для чего? Для того, чтобы у ребенка был доброжелательный, веселый характер. Ну и более того, всем женщинам рекомендовано носить бусы из янтаря, особенно тем, у кого есть проблемы с щитовидкой, потому что действительно работе щитовидной железы помогает янтарь. Например, маме нашего продюсера прописал сам врач, то есть это действительно это научно доказано, это не какая-то там выдуманная нетрадиционная медицина. Врач прописал носить янтарные бусы для поддержания работы функциональности щитовидной железы. Но я уж не говорю о том, как это красиво. Это солнышко.
Это осколки солнца на вашей груди. Янтарь смотрится всегда, всесезонно, очень актуально. Потому что весной и летом это действительно частичка солнца на вашей груди. Это солнечные блики, переливающиеся вот таким вот теплым цветом в зоне вашего декольте. Ну а зимой, когда так не хочется грустить, когда так мало ярких красок в окружении, ну, собственно, белый и черный, белый и серый, все, что нас окружает зимой, янтарь нам особенно необходим, потому что янтарь нас согревает, поднимает настроение. И опять-таки же я к этому возвращаюсь. Имеет лечебные свойства и, конечно же, поддерживает нашу красоту, омолаживает кожу. Это научно, я повторяю, это научно доказано, потому что в янтарной кислоте содержится кунзим-10, тот самый необходимый элемент, который нас молодит, в прямом смысле этого слова. Только сегодня такая актуальная цена на бусы «Золото России» от 799 рублей в зависимости от длины. Что в янтаре всегда радует и поражает, так это то, что янтарь – это дар природы. Каждая янтарная вставка, сейчас это отчетливо видно на данных бусах, абсолютно уникальна. Это подчеркнет вашу индивидуальность. Смотрите, даже если вы закажете несколько нитей бус, одну, две, три, в каждой, вот я тоже примерила эти янтарные бусы, в каждой янтарь и его набор будет абсолютно неповторим. Обратите, пожалуйста, внимание и по цвету, по тону, по насыщенности, по форме и, конечно, по вкраплениям. Об этом тоже нужно поговорить отдельно, поскольку янтарь – это органического происхождения самоцвет. Это смола, застывшая смола деревьев, которые росли на нашей планете в период от 30 до 120 миллионов лет тому назад, без преувеличения, то, конечно же, в янтаре есть различные вкрапления. Это капельки воды, это пузырьки воздуха. И за счет этого янтарь особенно ценится. Вот чем богаче, чем необычнее, чем разнообразнее его рисунок, тем янтарь ценнее. И, безусловно, это подчеркнет вашу индивидуальность. Успейте заказать бусы «Золото России» только сегодня по такой доступной подарочной цене от 799 рублей. Я хочу отдельно сказать о том, как здорово янтарь сочетается с разными типами внешности. Это очень важно. Подходит и блондинкам, и брюнеткам, и рыжеволосым, и с абсолютно разной одеждой. Янтарь актуально смотрится в повседневной жизни. Пожалуйста, это, наверное, самый универсальный самоцвет. Можно смело его надеть и с джинсами, и с обычными брючками, и с, даже со стильным офисным костюмом. И при этом, если вы к вечернему наряду темных цветов, темно-синего или черного, добавите янтарь, это сразу же сделает ваш образ более солнечным и лучезарным. Обратите внимание, что здесь еще абсолютно не виден замочек, потому что он у нас скрыт, а значит, эти бусы позволят вам двигаться активно и вести очень энергичный образ жизни.